Азербайджанский пловец Роман Салех завоевал еще одну золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Он занял первое место на дистанции 100 метров вольным стилем. Став вторым в полуфинале, Салех оказался быстрее шестерых соперников в финальном заплыве, показав время 52,69 секунды. Это уже второе золото Романа на Паралимпиаде в Токио. Ранее он стал первым на дистанции 100 метров на спине, после чего занял четвертое место на дистанции 50 метров вольным стилем. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я очень рад. Второе золото на этих Паралимпийских играх. Дальше больше, вот, как говорится. Будем надеяться еще на высокую награду. Серебряную медаль завоевала атлетка Ламия Велиева. Она финишировала второй в финальном забеге на 100 метров с результатом 11,99 секунды. Ей не хватило 0,03 секунды, чтобы опередить испанку Адирату Иглесиас, ставшую золотой призеркой. В финале участвовали еще две азербайджанские спортсменки. Юлия Яновская стала четвертой, а Елена Чебану – седьмой. В общей сложности азербайджанские паралимпийцы завоевали в Токио 10 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых награды. Эмин Ахмедов, CBC.